Приветствуем вас на нашем канале. За свое решение остаться вместе с тремя детьми в прибалтийском государстве 46-летняя российская актриса Чулпан Хаматова поплатилась с лихвой. После жуткого прессинга со стороны собственных коллег, беглая звезда столкнулась со знаменитой европейской толерантностью. Свою латвийскую недвижимость Хаматова приобрела еще несколько лет назад. Уютный дом в эко-поселении Амациемс, расположенном неподалеку от Риги, стал для семьи актрисы излюбленным местом отдыха. На момент начала специальной операции по освобождению Донбасса звезда как раз находилась там в отпуске. Решение остаться в Латвии превратило Хаматову в подобие мишени, особенно после ее пренебрежительного высказывания о почетном звании народной артистки России. Слова исполнительницы роли Зулейхи из популярного сериала буквально шокировали музыкального продюсера Иосифа Пригожина и главного критика звезд Сергея Соседова. Но нападки в адрес беглой звезды на этом не были исчерпаны. Неожиданно для всех, а уж тем более для самой актрисы, позиции Чулпан заинтересовались и латвийские журналисты. Как выяснилось, местным акулам пера не понравилась ее слишком мягкая оценка, которую она ранее дала действиям российских властей. Со слов журналистки канала Генриетты Верхоустинской, Хаматовой необходимо критиковать родную страну при каждом удобном случае. И парой интервью здесь точно не обойтись. «Слишком тускло блестят слезы», – резюмировала шокированная допросом растерянная актриса Ксения Собчак. Таким образом, если лицо благотворительного фонда «Подари жизнь» рассчитывало на понимание со стороны местного сообщества, то здесь ее ждало горькое разочарование. Ну а что же касается последствий, которым привел поступок Хаматовой в родной стране, то стало известно о ее ликвидации из любимого театра. Одно из первых об исчезновении ведущей актрисы «Современника» поведала зрителям все та же Собчак. «Хаматову убрали с сайта «Современника», – резюмировала Ксения, подкрепив свою лаконичную публикацию скриншотом с зияющим темным пятном, на месте которого еще вчера красовалась фотография отвернувшейся от России брюнетки.